Всем доброго времени суток. Я приветствую вас на канале от Татьяны с любовью. Сегодня у меня день рождения. Думала долго, выставлять это видео или не выставлять. Но когда уже в личку мне стали писать и говорить, что почему у вас в Ютубе мы смотрим, нет еще ролика, с утра не выложили вы, что мы могли и там вас поздравить с днем рождения, я поняла, что, конечно же, у меня очень много хороших людей, очень много друзей, которые, конечно, хотят меня поздравить. И я очень вам благодарна. Самый главный подарок, который сделали вы мне, подписчики, гости моего канала, конечно же, самое главное, подписчики, потому что только благодаря вам у меня 100 тысяч подписчиков на канале к моему дню рождения, да, почти. Я набрала уже сейчас больше 100 тысяч. И вчера мне уже YouTube прислал код на получение серебряной кнопки. Поэтому будем ждать сейчас серебряную кнопку. Я очень этому рада. И, конечно же, огромное спасибо за все вам. Только благодаря вам. Вот я сейчас такая счастливая сижу перед вами. Так, хочу сказать сразу, потому что вопросов будет много. Как будете отмечать, как праздновать и все остальное? Ничего пока у меня подарков, ни цветов, ничего пока нет, потому что хочу сказать, что я одна сегодня дома. Поэтому я с большим удовольствием буду читать ваши поздравления, принимать поздравления, отвечать вам всем. Вот такой у меня, как сказать вам, сегодня разгрузочный день, да? Схожу, прогуляюсь до города и все. Муж у меня вчера уехал на работу. Значит, никак не получилось ему вечером остаться на день рождения, не получается. Дети только смогут приехать поздно вечером, уже к 10 часам, поэтому никакого стола сегодня не будет. И я сегодня вся ваша. Буду вам принимать, говорю, поздравления, отвечать вам, читать пожелания. Уже столько с утра пожеланий, поздравлений. Некоторые меня, ну, прямо, вот вы знаете, тревожат душу, вот, прям доводят вот до слез, до счастливых, конечно, слез вот радостью, умиления. И огромное вам всем спасибо за такие слова, ну, просто вот, знаете, правда, и вы мне от души, я вижу, что все желаете, и я вам от души говорю огромное вам спасибо за поздравления. Ну, видите, я улыбаюсь, мне очень это приятно, вот очень, правда. Вот такие вот планы у меня на сегодня. Солнышка, конечно, у нас сегодня нет, но все равно на душе у меня солнце сегодня светит, как говорится. Я с утра проснулась, пусть и без мужа, но в хорошем настроении. Вот, в общем, все хорошо. Благодаря вам еще все хорошо. Вы у меня самые главные мотиваторы моего движения. Потому что вот я постоянно в мыслях, я постоянно в таком состоянии, когда мне нужно думать, что приготовить, что показать, как сделать это так, как это сделать. А это очень вдохновляет, это бодрит, это заставляет себя чувствовать хорошо, позабыть про все болячки. И пусть мне, я возраст не скрываю, сегодня 51 год, но чувствую я себя намного моложе, потому что считаю, всегда считала раньше, и сейчас уже с возрастом я считаю, что все-таки возраст человека находится вот здесь, в душе. Молода душа, и неважно, сколько нам лет, правда? Девочки, у меня много подписчиков и друзей, которых сегодня день рождения тоже вместе со мной. Даже есть Татьяночка, у которой, оказывается, и один, и тёзки мы, еще и год, и день, все совпало у нас по дню рождения. Я тоже, Танюша, я уже поздравила в Ютубе. Это у меня подписчица в Ютубовской. Тоже поздравляю еще раз, Татьяна, с днем рождения. Счастья всем нам, здоровья и благополучия, мирного неба. Те, кто хочет меня поздравить, пожалуйста, пишите комментарии внизу, я обязательно всем отвечу.
Если кто-то хочет подарить мне на шоколадку в день рождения, то внизу в первом комментарии я оставлю номер карты, куда можно будет вашу благодарность материально выразить. Всего вам самого доброго и самого хорошего. Всех вас обнимаю и люблю. С уважением и с любовью к вам, ваша Татьяна. Пока-пока.